Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем новом канале. Сегодня хочу поделиться с вами своим небольшим опытом, народным рецептом от головных болей вегетососудистой дистонии. Сразу хочу предупредить, что этот рецепт является не официальной медициной, а старыми бабушкиными методами лечения. Что нам для этого потребуется? У меня вот есть два лимона, которые я уже очистила предварительно от кожуры и всех семечек, которые там находились. Также у нас два апельсина, тоже уже очищенных, два грейпфрута и две головки чеснока. 250 грамм меда. Мед лучше всего брать жидкий, это намного удобнее. Но у меня вот был такой тверденький мед, и ну, ничего страшного. Если вы вдруг захотите этот мед растопить, не советую, потому что при температуре 37-38 градусов мед теряет свои целительные и лечебные свойства, поэтому это не очень выгодно. Так, приступим. Вот я ложу в мисочку свой лимончик. Вот так вот. Можно это все взбить блендером, можно измельчителем, но измельчителем не очень удобно, потому что у них обычно емкость идет на литр, чуть меньше. А у нас здесь получится нашего рецептика на полтора, где-то 2 литра. Поэтому можно вот так вот в мисочке. У кого нет блендера, можно свободно это все сделать через мясорубочку. Тоже все получается довольно хорошо. Цедру я натираю на терочку, потом использовать можно в других кулинарных рецептах. Можно просто в чай. Грейпфрутик еще сейчас почистим. Так, если вы сомневаетесь в этом, это я повторяю еще раз и сразу предупреждаю, неофициальная медицина, а бабушкины рецепты лечения, лучше проконсультируйтесь со своим врачом. Пусть он вам точно скажет, посоветует, что и как вам лучше. У кого-то может аллергия на цитрусовые. Здесь же тоже возможно такое. Сейчас как раз весна, здесь очень много витаминов, мед очень полезный, чеснок. То есть каждый день принимать, и как раз можно наполниться всеми нужными витаминами, и не будете болеть. Вот, хранить его в холодильнике. Я разливаю по пол-литровым баночкам, пол-литровым. Вот, и всей семьей, ребенок, муж, я пьем. Вот. Можно беременным, я его начала пить, когда была еще беременная, где-то на 5 месяце. С ребеночку это витаминки только в пользу. Так, смотрите, вот мы все измельчили, чтобы было удобно взбивать. Вот так вот. И хорошенечко эту всю однородную массу перебиваем. Перебивать нужно очень хорошо, потому что зубки чеснока у нас маленькие, чтобы они все хорошо взбились.
вот так вот мы взбили нашу кашицу. Вот, смотрите, еще хорошо перемешать ее, посмотреть, чтобы все взбилось, все было однородной массы. Вот так вот. И все, разливаете по баночкам. Я разливаю по пол-литровым. И каждый день, 3 раза в день перед едой, либо же после еды за 15-20 минут до, либо после еды, по столовой ложечке каждый принимает и будет чувствовать себя великолепно. Оставляйте свои комментарии. Может быть, у вас есть какие-то полезные рецептики для здоровья. Буду рада увидеть их в своих комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня еще будет очень много нового и интересного. Буду всем рада. Всем до свидания.